Есть вот это вот популистское стремление вступления в Евросоюз, и уже как мантра такая вот, Евросоюз, нам там будет хорошо. Все, Россия нам не давала жить, мы были привязаны к России столько лет, а теперь мы стали свободными, вот мы научились делать коктейли Молотова, и победить в революции мы смогли, значит, теперь мы вот такие свободные, пойдем в Европу. Такой очередной мираж, который, наверное, рано или поздно развеется.